вкусное блюдо техасско-мексиканской кухни. Блюдо техасско-мексиканской кухни, обычно бифштекс на гриле, обычно подающийся с жареным луком, сладким перцем и кукурузными лепешками, бывают также фахитос из курятины, креветок и так далее. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Ингредиенты. Нарезаем кольцами лук и перчик. Отвариваем в течение 4 минут. Достаем куриное филе. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Кладем куриные грудки с луком и перцем на разогретую гриль, как это показано на картинке. Поливайте курицу соусом каждые 5 минут. Когда грудки почти готовы, выжмем на них немного лимонного сока. Пока готовятся куриные грудки, готовим гарнир из риса. Куриные грудки готовы, дайте им остыть в течение 3-5 минут и нарежьте ломтиками. Кусочки куриного филе. Вам понадобится лепешка для мохито. На лепешку намазываем бобовый соус. Далее кладем ломтики курицы. Добавляем сметану. Кольца лука и перчика. Обильно посыпаем тертым сыром. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. А теперь ингредиенты. Сливочное масло 3 столовые ложки, пиво 1 штука, желтый лук 1 штука, соус Вустершир 1 стакан, сладкий перец 1 штука, количество порций 2. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкусняшки моего канала. Удачного дня!